Мы с вами какое-то время назад встречались, и вы вот вообще не употребляли алкоголь, и как вам было? Нормально? Замечательно. Ну вот как планировали на год, так вот вы год и не пили, а жизнь была лучше, чем выпивать? Конечно. А вот чем лучше? Другие мысли, другие занятия. Лыжи-коньки. Лыжи-коньки. Слушайте, а вот вы рассказывали, что ваши друзья, вот они видят, что вы не пьете, да, они все переходили уже к нам, да, вот на прием, и практически вот вы создали себе такой круг трезвенников, да? Получается. Получается, что все ваши друзья, с которыми раньше вы выпивали, они постепенно, глядя на вас, вы же рекомендовали, да, и вот они раз, вот и все и пришли к нам. И сейчас образовался такой круг мужчин серьезных, ну, которые лыжи и коньки, да, используют чаще, да, чем это водочку. Да, водочку вообще не используют. Вообще не используют. Слушайте, ну, это же ведь хорошо, потому что когда пьешь, наверное, ведь тяжко бывает. Да, иногда да. Иногда да. Так что встать не можешь. Что встать не можешь. Вот я знаю, что приезжал к вам друг с высоким визитом, да? Значит, из соседнего города. И вы так хорошо повстречали, что 7 дней практически как в тумане, наверное, да? Да. Хорошо выпивали, да? Вообще. Вообще хорошо, да? И получается, что после вот такого вот запоя, ну, просто уже смотреть, наверное, не можете на спиртное, да? Вот. Я знаю, что вы какое-то время ведь контролировали алкоголь, уже срок закончился нашей кодировки, вы как-то с ним ладили, с алкоголем, не употребляли очень сильно. А тут вот этот вот высокий визит вас испугал, мне кажется. Вы думаете, ну все, уже надо, наверное, снова идти к доктору Гужагину, да? Да, да, да. Решили, значит, сходить с друзьями как-то вот повыпивать, а они уже не пьют, глядят-то на вас, да? И пришлось вам идти в кино с друзьями, да? Раньше бы сели бы выпивать, а никто не пьет вокруг вас, да? Ну, пошли в кино, вот это, наверное, необычно, да, для вас? Вот. Ну да. Ну да. И, в общем, решили вы тоже, как и друзья, снова трезвость обрести. И мы вот по этому поводу с вами снова и повстречались, да? Вы знаете, вот интересно беседовать с человеком, который, ну, во-первых, опыт имеет, разница между тем, что пьешь, что не пьешь. И главное, вот это сообщество вы создали, вы автор этой тусовки, когда люди не пьют, ваши друзья, правильно? Да. Я желаю вам успеха, мы сейчас все сделаем, и дай Бог, чтобы все было хорошо в вашей жизни. Спасибо большое. Спасибо вам.